Всем доброе утро. Сейчас 7:30 утра. Я в городе Клатов, Чехия, запад Чехии. Нахожусь в центре города. Сегодня у нас, по-моему, 30 декабря. Скоро Новый год. И вот эта площадь, не знаю, как она называется, уже готова к Новому году. Ёлочка. Такая симпатичная. Люди идут на работу. Такие снежинки. Остановка. Все чистенько, аккуратненько. Правда, видите, как уже скоро будет светло на улице. Телефонные будки О2. Каварна. Пойду я потом в эту каварну и пойду посмотрю днем, что интересного. Я видел здесь и парк недалеко, и много разных интересных мест. Посмотрим, что это за таблички. Это парковки, да, наверное. Такси. Такси, парковка и такая сцена. Идемте посмотрим на машины. Тут стоит Шкода Сити Го. Такая малолитражка, очень популярная в Европе. Такая маленькая-маленькая машинка. Очень милая. Я бы ездил на такой. Это, наверное, полная комплектация. Посмотрим, какая цена. Получается 186 тысяч крон. И 225. Это другая комплектация. 26 тысяч крон – это скидка. Это у нас Рено. Это такая заряженный. Как они называются? СУВ. Красный, все в красном цвете. Ну, я думаю, это где-то 1400 будет. Красивый такой, модный. Кожаный салон. Ёлочка простая. Автобусы. Я приехал на вот таком автобусе. У всех автобусах есть такие терминалы, которые выдают билеты. Так как у нас в Украине вам никто без, ну, всегда выдадут талончик. Он автоматический, не ручной, там не отрывают чеки вручную. Все автоматизировано. Такая сцена. Я дома не взял шапку. Где-то 3. Нет, не 3. Это 5 градусов тепла. Что-то мне прохладно. Так, пойдем сейчас, пойдем в каварну, потом я пойду в этот, как он называется, Кауфланд, потом я пойду в парк, еще посмотрю вокзал, оно должно быть здесь все рядом. Бата, это вот сеть вьетнамских ресторанов. Мы ходили в Пилзене. Капец, нам не понравилась эта кухня, она такая, конечно, невкусная. Все такое острое, ну, в принципе, на любителя. Мне не понравилось. Так, без 15:08 показывает нам вот эта ратуша. Это зеленые цветочки. Парковаться автомат. Пойдем-ка посмотрим, какие цены на парковку. Ну, как обычно. Смотрим. Тран-та-дам. 2 кроны.
А, это принимает. Так, так, так. Я не вижу. Что я не вижу? С утра я ничего не вижу и не слышу. Ну все, друзья. Потом сниму еще какое-то видео. С наступающими праздниками. Всех, кто меня смотрит и тех, кто не смотрит. Этот Новый год я буду встречать в Чехии. Сразу же после Нового года я работаю. Этот у меня год начинается очень активно. Много работы, а уже где-то весной я уже могу себе позволить отдохнуть. Может, как будет, посмотрим. Ну все, я пока направляюсь в кавярню, в кафешечку. Пока-пока.